лифты, кнопки. Дезинфицирующим средством в подъезде 236-го дома по Молодогвардейской специалист обрабатывает все, до чего могут дотронуться жильцы. Перила, почтовые ящики, кнопки лифта и домофона. В обслуживании у нас 31 дом, находится в Ленинском районе. Обработка, как и предписывает постановление губернатора, проводится ежедневно. У нас три бригады, три бригады ежедневно обрабатывают эти дома. Происходящая ситуация, конечно, это в первую очередь нужно нам, как жителям. Все довольны, то, что хоть что-то происходит, чтобы не заболеть лишний раз, то есть не обращаться в медучреждение. Насколько добросовестно управляющие компании соблюдают предписания Роспотребнадзора, проверяют специалисты районной администрации. Контроль осуществляется силами отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля. При выявлении данных нарушений составляются материалы и передаются в управление гражданской защиты. Особое внимание уделяют и дворам. Специалисты также обрабатывают лавочки, детские и спортивные площадки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.